Еще было. Брок сказал, что его друг тоже носит кольцо с гномом. Ищи, если хочешь. Я лучше за... Гном, но без кольца. Один из работников? Следы огня на полу и на стене. Странно, но будем искать. Будем. Ну, в смысле, я буду. Неплохо. Не он. Эй, я думал, тебе плевать. Я просто вижу, что кольца на нем нет. А. Атрей, ко мне! Ладно. Кольца нет. Вряд ли мы найдем друга Брока живым, да? Сын. Сюда. Слушаюсь. Это еще одна карта. На оторванной руке, приделанной к душееду. Ну, мы узнали, что случилось с Андвари. Можем вернуться к дому. Драться не нужно, да? Нет, драться нужно. Почему? Потому что ты этого боишься. Враги идут!
Алена Трей, соберись. Ищи слабое место. Понял. Спокойно, без резких движений. Рома! Вперед! Поверь, ты сильный. Зеленый камень. Гномья надпись. Алхимия. Где остальные? Обратилась в прах. Его уже нет. Отнести это Броку. Читай. Ладно. Эти руны начертаны в торопях. Написано и Гимстейни. Не знаю, что просим. Так теперь тебе интересно. Мы нашли алхимика. Нам обещана награда. Вы нашли. Тогда в другой раз. Твоего алхимика. Прости. Вы небось все равно. Само собой. Ишь ты, Смионев. Мне надо получше рассмотреть кольцо. Может, Андвари вложил в него немного магии, прежде чем поджариться. Гномы так умеют? А то. Гномы и волшебные камни — это как мухи и свиная жопа. Ты чё же, Олегорин? Что-то уже не так интересно. Сюда. Thank you.
верится, что Один был мужем Фрейи. Любовь и ненависть переплетены так тесно. Вот смотри, Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великанша Йорд, была истинной любовью Одина. И Тор полубог, полувеликан? Странно. Йорд не стала. Один много веков провел в одиночестве. И когда разразилась война с ванами, я знал, что кроется за его бравадой. В другой раз продолжим. Еще имя. Рота. Это словно мемориал Валькирии.
часть шифра. Отлично. Готовься! Еще один. Это Трим, король ледяных великанов. Верно. И большой хитрец. Это Мьёльнир? Он украл молот Тора? Ага. На время. И почти... Сюда. Делал это, потому что любил валькирий. Кто же? Может, королева? Значит, Одину было одиноко, поэтому он всегда воевал. Все не так просто, конечно. Но я надеялся, что любовь смягчит его нрав и принесет мир. В результате долгих уговоров Фрейя согласилась. Поначалу Один пустил в ход обаяние. Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Воцарился мир, и я поверил, что все получилось даже лучше, чем я планировал. Но в итоге Один показал свое истинное лицо. Он завоевал доверие Фрейи, и она обучила его магии ванов, о чем потом горько жалела. Увы, несмотря на все старания мудрого советника убедить его, что только мир позволит отдалить Рагнарёк, Один так и не расстался с идеей захватить Йотунхейм.
Познав магию ванов, он устремился к новым экспериментам и новым злодеяниям. Внизу что-то есть. Светильники Тюра. Символ света, который связывает вместе все миры. Зачем ему эти странные руны? Если ты думаешь, то незачем. Эти руны мы видели, но такие прочесть я не могу. Ясно, что брак с Одином долго не просуществовал. Но как Фрейя оказалась в лесу? О, это была запредельная жестокость, даже для Одина. Будто брак с ним не был карой. Фрейя обошлась с ним лучше, чем стоило. С ним она прошла через все возможные унижения ради мира и безопасности своего народа. В другой раз продолжим. Нам не попасть туда без ключа. Ты рассказывал про то, как Фрейя стала жить в лесу.
Да, она вышла за Одина. Но безумие Одина, его деспотизм, его мерзкие фокусы с ее магией переполнили чашу терпения Фреи, и она ушла. Один был в бешенстве. Его проклятия оказались даже хуже, чем она боялась. Но ее магия была сильнее. Они так долго были вместе, он знал все ее слабые места. Именно по ним били его проклятия. А, например, невозможность покинуть Мидгард. Он лишил ее всех боевых способностей. Фрейя больше не может сражаться, даже защищая себя. Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрейя. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень, я бы тоже. Можно причалить здесь. Смотри. Карта сокровищ. Отлично. Еще один затонувший корабль. Я вижу что-то внизу. Я видел гробницу с изображением великанши с множеством книг и видений. А, это охранительница знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурванделя. Но муж не явился ей в видениях. Вместо этого Гроа, которой никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидела Рагнарёк. Конец и начало всего. Знаешь что? Я попозже расскажу.
Вон! Ah!
части диска с шифром. Что-то необычное. Опасный зверь. Убьем его вместе. Ugh.
где мы остановились? Ах, да! Чародейка Гроа надеялась в своих видениях найти мужа, но вместо этого узрела Рагнарёк. Когда об этом пророчестве услышал Один, он решил заполучить знания Гроа в своих корыстных целях. Один часто пользовался услугами Гроа, и та встретила его в своей библиотеке как доброго друга. Провидица не знала, что именно Один стоял за исчезновением ее мужа. Он использовал чары, чтобы скрыть его гибель от рук Тора. С улыбкой завистливый Один схватил ее за горло и забрал у Гроа не только библиотеку, но и жизнь. Я знал, что Один плохой, но чтоб настолько? Подлость, варварство, жестокость. Да, это все Один. Предлагаю посидеть пару минут в тишине и поразмышлять о его чудовищной злобе. И вот. Подумай еще. Причалим здесь. Разных миров. А Фафнир бывал в Альфхейме? Я не знаю. Тебе что, не интересно? Мне интересно. Мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела, а не чтобы узнать побольше о гноме. Да, братец, Фафнир был очень любопытной личностью. Как-нибудь расскажу. Бедный Фафнир. От амбиций до алчности всего один шаг. Разбойники. Ой, похоже, они успели первыми.
Трей, сюда! Да, отец! Заперто. Ищи другой вход. Ого!